Воу-воу-воу, здравствуйте, здравствуйте. Веду прямой репортаж из города Голицына. Девочка с зонтиком. Куда ты опять пошуиндова, как говорится? Прямой репортаж для наших любимых подписчиков. Воскресенье. А? Воскресенье. Очень много дел. Поехали в Глобус. В Леруа Мерлен. Кари. На пункты выдачи озона в Алберес. А, неинтересно. Смотрите, люди, какая поля. Дальше. Видите, у Коли какое настроение. Это он бёрн пьёт. Да, я бутылочку взял. А масло идет просто на полном чистом энтузиазме. Дождливую погоду. Погода мне очень нравится такая. Ну, вот, я говорю, вот так, как я, выглядит адекватный человек в такой погоде. А вот так вот выглядит... Почему? Человек адекватный. Мне вот это нравится, тропинка. Здесь только не хватает лавочек, потому что здесь секретная служба. Здрасте. Здрасте. Мы уже полвека идем, мы уже на маршрутке три раза доехали. Здрасте. Шапокляк едет. С зонтиком. Крыски не хватает. Крыски не хватает, да? А что у вас нос красный? А что вы ему не красный? Он же нос. Шапокляк. Сам ты шапокляк, пошли. Короче, мы забронировали тачку. Сейчас поедем на каршеринге. Ну, туда. Что ты снимаешь? Пол? Здрасте. Прошу любить и жаловать. Недовольный каршеринг. А где? А коврика-то нет? У меня коврика нет. Как нету? Да. Кто-то спер коврик. Нормально, что? Нормально. Зафиксируют еще, ладно, просто коврик. Нам на 4 часа в машину. Стоять? Че? Так, коврик поставили с заднего сиденья. Переставила вам качество видео. Потому что Коля снимает, фиг поймешь, в каком качестве. Теперь качество нормально должно быть. Это мы снимаем на его телефон, просто мой севший сегодня. Так, ну что, поехали? Грязненько, конечно, но в принципе терпимо. По сравнению с каким-нибудь Volkswagen Polo, который неделю в полях работал. Это еще более-менее. Сиденья тут кайфовые. Так, первая у нас остановка где? Леруа Мерлен, наверное. Потом Глобус. Все, поедем. Как мимо пиццерии проехать? Как? Молча надо было. Можно мимо спортзала проехать, а мимо пиццерии нельзя. Но мы не проехали. Поэтому у нас здесь жульен с халапеньо и какая-то с ананасом и курицей, видимо. Все? Зажгло? Вот что такого не было. Кофеек и чаек. И машина стоит. Сейчас перекусим. Вот она голодный желудок, нельзя ехать в магазин. Мы злые и много купим лишнего. Все, приятного аппетита. Кстати, все это вместе 405 рублей. 175. Шапокляк уже без зонтика. И опять куда-то на экскаваторе едет. Экскаватор. Мы едем опять на экскаваторе. Коля. Как день сурка. Куда едешь-то опять? Катаемся. Человек не видел экскаватора. Смотри, какие часы прикольные. Электронные, да. Коля пилит доски.
Расскажите про наше путешествие немножко. Пару слов буквально. Да вообще, белка кармля не рекомендую. Оказывается, если минуты закончились, ты не можешь продлить. У других вот таксопарков, у других каршерингов можно продлевать. Новый пакет купил и все, да? А здесь вообще нельзя купить. Тебе мне теперь надо вернуться, где я брал машину, ну или ближайшую точку, да, и там продлить. То бишь завершить аренду и по новой взять. А у нас полная машина. Еще и. Еще и мы. Ну, а оно 5 рублей в минуту, как бы, ну невыгодно. Без пакета. Да, вообще, без пакета. А еще здесь все стоит. Да. Как и у меня же. Чего? Дурак, что ли, совсем? Вот так вот мы. Мы тут в каре взяли 6 пар обуви. 6 пар. Господи. 6 пар обуви взяли в каре. Коля выиграл слона, сожрали уже кучу еды и все, едем. Выезжаем опять из Голицына, чтобы завершить аренду и чтобы продлить аренду. Мы решили, короче, шикануть. Да как шикануть, мы решили просто. Мария, я тут кину удочку, говорю, давай я тебя завтра увезу на работу. Она вот так вот. Да, 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 я посплю до пол восьмого, меня увезут на работу. Еще у меня график 9-10. Да. Короче, напокупали всякой фигни и забрали еще заказы с Валберес. Наверное, приедем, все покажем, да, уже? А что дома показывает? Распакаем. Ничего нет. Валберес, скинь, что показать. Короче, приедем, все покажем. Пока поедем, продлим аренду. Так, ну что, распаковка, первое приобретение наше. 6 полок. 6 полок, покорябанные какие-то. Это для шкафчика нашего. Дальше. А, сейчас Коля вернется, мы продолжим распаковку. Пара-рым-пам-пам. Ну что, начнем, значит, потратили 12 тысяч практически. Да. Что купили? Ну вот полки. Они много там денег, соответственно. Потом был гроз в раз. Хорошее средство от налета. Покупали везде, в разных местах. Просто буду показывать, что купили. Нет. Так ты красивее. Все, хорошо. Глициновый комплекс. Глицин с витаминами В. 258 рублей. Доместос блок для туалета. Сколько? 120, да, где-то? Точильный новый камень для попугая. 87 рублей. Лакомство для попугая Висюлькина. Вот такие вот, которые. 120 рублей. Корм для собак Цезарь. Ну, что он там, по 40, да, по-моему? Пачку корма Рио попугаю 100 рублей. Лакомство для собак 175. Такие в виде колбасок. Потом в фикс прайсе за 100 рублей салфетки. Две упаковки. Они такие, видите? Желейные мишки и мороженка. Такая летняя уже коллекция, назовем так. В фикс прайсе сникерс и в фикс прайсе абсолют. А у Магнита идет акция. Там на сковородке за магнитики. Ну, короче, вот эта сковородка в 28 сантиметров нам обошлась 1000 рублей, да, Коль? Да, 999. Она вот так вот у меня отстегивается ручка. Я хочу просто ее посмотреть. Так отрывать надо. Да, просто это. Вот. Никак. Ну вроде ничего. Борта огромные. Нет, прикольно. Ну, можно тушить. Самое прикольное, что отстегивается ручка. То есть у нас. А, у нас она не войдет, наверное, в духовку такой большой размер. Точно. У нас очень маленькая духовка. Ну, короче, такую сковородку за 1000 рублей. Дальше поехали. Лера Мерлен. Мои любимые киевские вешалки. Только черного цвета. У нас белого, это черный. 99 рублей упаковка из 4 штук. 2 штуки. Укрывной материал для петуний 100 рублей. Это одевается в дрель или в шуруповерт, насадка. На нее клеятся вот такие диски шлифовочные и шлифуются поверхности. Это шлифовать там 120 и 100 рублей. А, еще вот шлифовочный диск тоже 100 рублей. Картриджи почем, Коль? 120 и 80. 200 рублей картриджи 2, короче. Потом
вот такой вот набор мебельный, еврики, чопики и ключ. 300 рублей, по-моему, стоит. Дальше двухсторонний скотч такой и вот такой. На чем они отличаются? А тут же этот идет полипропиленовая основа, а это тканевая основа. Короче, 100, сколько там? 200 рублей. 200 рублей, два. Фикс прайс распылитель новый, наш уже сломался. 100 рублей, что, да? Что у нас? А сетка москитная 100 рублей. Прикольный термометр. Все хотела на улицу. Термометр садовый. Божья коробка. Тут с одной стороны будет божья коробка. А куда мы его прилепим? Ну, либо здесь, либо там. А потом носки прикольные. У меня такие с киви по 45 рублей. Это в нашем магазине строительном. И Коля такие. Длинные взяла? Легонькие. Ну, не средние длины. Mm-hmm. Тоже по 45 рублей каждый. Это дешево, кстати. Дальше. Забрала посылки из этого. Озона. Озона. Да, сейчас я их отдельно покажу, эти посылки. Дальше. Обувь. Что купили? Обувь. А, вот, давайте сразу же. Кордон. Картон. Это табак сестре отправит. Да. Потом вот такую вот штуку. Сейчас заменим. Вот эти вот синие уберем. Да, ступеньки заменим. У нас будут вот такие вот прикольные. Я думаю, это. Это стоит. Все-таки, ну, оставим 10 сантиметров или что? Посмотрим. 900 рублей заплатили за коврик и 50 за коробку. Дальше. Это тоже посылка. Еда. Салазилась со скидкой. Тут овощной набор. Картошка. Багет. Багет, чеснок. Ранёша, ты что там нашел? Капуста. Рыжий. Ты снимаешь? Да. Чеснок, капуста. Вот еще одна моя посылка. Ой, еще салфетки. Что купил? Взял. Дальше. Морковка. Забирай сразу. Свекла. Две пачки лимонной кислоты. Круассан. Томатная паста, индейка филе голени. Вы что-то полюбили индейку. Лавровый лист, мойва. А мойва для чего? Для пива. Опа! Какого пива она? Сухарики. А сухарики для чего? Лук. Так, ну это обычное. И, значит, в карри мы взяли 6 пар обуви. 6 пар обуви. Ну, там акция 3 плюс. А 2 плюс 1, соответственно. 2... Ёшка, а вам сегодня никто ничего не говорил? Нет, 2 пары из них получилось. Так, знаете, вы прекрасно выглядите. Давайте посмотрим, да? Что купили из этого? Значит, в основном... Вот так вот, да. Вот так вот. В основном Колина. У Коли тут 4, 5 пар Колины. Мы тебе 5 пар купили. Ну, такие шлепки. Сандалики летние. Прикольные. Цена 999 рублей. Кроссовки летние. Цена. Цена. 2200. Кроссовки. Летний. Видимо, для спортзала. Летний. Ну, либо летний просто. Цена 2700, 999 цена. Единственная моя обувь из этого всего. 500 рублев. 500 рублев. Ботинки. Они, говорит, давно у нас стоят. 500 рублей. 500 рублей. Вот так как раз в ту грязь. Да. Завтра, которая ты пойдешь на работу. Здесь написано почему-то 799, но они прям 500 рублей обошлись. И двое пар шлёпок. Вот эти вот стоят 700. 800 рублей. 800 рублей дороже, чем мои эти. Ну-ка. Да. Ну-ка. Но они не домашние, это не дешевые. Опа, это в бассейн ходить использовали. Да, это в бассейн, либо ну, на улице летом тоже.
Что как огонь? Да. Зацените. Причем, что они раньше, покажи, стоили 499, а сейчас 799. Резко выросли. И домашние тапочки Коли, наконец-то, за 399 рублей. Вот их, кстати, можешь надеть сразу. Итого, Тари мы потратили 1945 и 1258. Итого 3, 4, 300. А, еще вот эти вот залипоньки для еврошмук. Вот. Итого 12 тысяч рублей, ничего не купили. Мои посылки. Иди сюда. Близко. Ближе поснимай просто руки мои. Я сейчас покажу. Значит, первая посылка. Двумя руками держи. Тут она, наверное, трясется рука. Это колокольчики с Валберис для попугайчика. Он сейчас с ума сойдет. Они просто прикольные вообще. Во-первых, колокольчики большие. Во-вторых, такие штучки на них классные. Подожди, ну сейчас. Вот сейчас, смотри, я хотела помыть. Кость, ты попугайский снимаешь. Ты ноги попугайские. Ты смотри, что снимаешь. Короче, такая угарная очень угарный колокольчик. Дальше. Тушь, наконец-то, новую. Vivienne Sabot Cabaret. Могу сказать, еще не красилась, но она очень-очень вкусно пахнет. Вот эта лишняя штучка. Очень приятно пахнет. Тушь. Дальше. Я уже распаковала, пока в машине ехала. Тени, глиттер. И здесь еще в подарок положили патч гидрогелевый. И обожаю такие тени. Блестящие. Кайфовые. Красиво. Кайфовые. Еще и подарок. Здравствуйте. И еще один этот... заказ, это база под макияж, тоже она корейская, но она очень бюджетная, но по ней очень хорошие отзывы. Вот так вот она называется, ну вот так вот или вот так вот, по ней очень хорошие отзывы. Это что, тушь? А, бальзам? Это база под макияж. Вот так вот она выглядит. Кайфово выглядит, да? Угу. Вообще. Вот. И что делаешь? Ну, нажимаешь, он смешивается. Прикольно. И наносишь на кожу. Очень прикольное должно быть. Попробую, потом покажу. Все, это 800 рублей. Да, и еще одна посылка, но она ранее была оплачена. Это уже на Озоне я заказывала. Это то, что я давно уже хотела тоже. И все, не заказывала. А потом думаю, а что я не заказываю-то? Да, мужу там покупаем всю обувь, а мне ничего не заказываем. Да, поэтому... Сама себе ничего не покупаю. Так... Ходим. Наташа, вы его мать. Что это? Что это? О, господи. Схема. Пупырка. Мешочек и сам ролик, нефритовый ролик для массажа. Да, только не надо грязную водить по моим коже, пожалуйста. И в мешочке. Ты вообще что снимаешь? Почему криво-то? И в мешочке. Забыл, как он называется, камень. Он тоже массажный камень. Сердечко. И вот видите, прикольно. Вот есть выполнение массажа. 300 с копейками мне. 380 что ли обошелся этот ролик. Выглядит прикольно. Парам-пам-пам. На этом мы закончим нашу распаковку. 12 тысяч. Ничего не куплено. Одна обувь. Сейчас мерить пойдем.